В команде группы с неординарным названием «Тени конечностей» четыре амбициозных и талантливых парня. Один из них – Михаил. Он является голосом этого коллектива. Песни для группы пишет сам, но задатки к стихосложению заложены были еще с детства. Как-то с детства, с самого раннего возраста, там, с 13, с 14 лет я начал писать какие-то стихи. Никому не показывал их, мне было очень стыдно, чтобы кто-то узнал о том, что я занимаюсь подобным творчеством. И впоследствии это все переросло, как-то я захотел найти какой-то аккомпанемент, этим аккомпанементом являлась гитара, и но так получилось. У молодых людей нет музыкального образования, но у них есть самое важное – желание. И благодаря этому за год своего существования им удалось найти своего слушателя, выпустить альбом и снять клип. Я так хочу раствориться в твоей белой пене, и пусть время лечит меня, море, успокой меня. Самый старший в группе – барабанщик. Ему 29, и друзья называют его просто Йоркис. У него никто в роду не был музыкантом, а он решил пойти по стопам своего кумира Курт Кобейна. Мой кумир, да, на этой планете – это Курт Кобейн. Как бы я уважаю его, его творчество. Мне, в принципе, безразлично, что он был наркоманом. Исходя из этого, то, что я с 93 года начал слушать его музыку, меня и, можно так сказать, подвергло самого себя заниматься музыкой. То есть, как бы он открыл такой небольшой дар во мне, то есть, что я могу играть на чем-то. У группы нет определенного музыкального стиля, они играют то, что им по душе. В нашем городе они уже давали концерты, сейчас ребята репетируют и день, и ночь, ведь в феврале их ждет очередной концерт, но уже в столице. Валентина Грядунова и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».